Твоя страна знает, как всем нам было трудно. И по сравнению с прошлым этот кризис просто шутка. А я смотрю в телевизор, когда встаю рано утром. И от того, что там вижу, мне становится жутко. В людей стреляют снайперы, превращая их в трупы. Простой народ собирают в мародеров группы. Зачем все это? Зачем все это нужно кому-то? Кто виноват и почему так происходит? Все глупо и уже кажется, что мы не в силах что-то сделать. Мы не хотим всех этих революций, кучи левых. Я горд за свою родину, где живем все мы. Наш президент из нас не сделал узников системы. Ты скажешь, все это лесть, а я скажу, это правда. Ведь надо хоть иногда задуматься о главном. Не дай Всевышний нам почувствовать пороха запах под голубым небом нашего Казахстана. Замени нам глаза, мы не хотим войны. О, Всевышний, прошу, ты нас обереги. Как бы не было бы сложно, дай нам сил пройти. Дай нам сил пройти на этом сложном пути. Я смотрю в небеса и не хочу войны. И никто не знает, что нас ждет впереди. Как бы не было бы сложно, дай нам сил пройти. Дай нам сил пройти на этом сложном пути. Қазақстан кең байтақ көп ұлты ел. Менің кіндік тамған жерім әрқашан жайнай бер. Дүниедегі болып жатқан шайқастарға қарамай. Біздің елде бостандық, тек айтарым солай. Осы күнге дейін жеткенімізге рахмет. Өзге елдердің соғыстары айтшы маған не себеп. Ондай жамандықтардан бір Алла сақтасын. Әрқашан алға бас менің Қазақстаным. Тек енді түсіндім, онда білмейтін едім. Қандай қымбатсың маған ыстық қазақ жерім. Сақтап қалған мол байлықты ата бабаларымыз дәл солай қорғасын. Болашақ ұрпақтарымыз мақтан тұтып биік ұстасақ көк туымызды. Бұлғамай ешқашан таза қазақ қанымызды. Патриоттық сезім мен намыс болса бойымызда. Сонда жетеміз бірге 2030-да. Әрине.